Кудрясик. Кудрясик, иди сюда. Кудрясик. Сегодня у нас Кудряшек вот пристраивается. Такой лохматый парень на коротких лапках. Ну, не сильно, конечно, они у него короткие, но он такой, как бы, будет не сильно высокий, но лохматенький. Вот. Но несмотря на то, что он такой небольшой, у него уже такой довольно большой вес. Парень такой тяжеленький у нас. Вот, для сравнения, у нас 2 5-месячных щенка. Это вот большие. Сара у нас со темной спинкой. И Бонита рыженькая. Вот им 5 месяцев. Вот, по сравнению с ними, вот Кудряшек, он такой вот большой. 3 раза, наверное. Или нет, 2 раза меньше. Кудряшек. Давай ближе тебя снимем. Вот такой Кудряшек. У парня, значит, есть 1 детская прививка, 1 взрослая. Через 20 дней будет еще 1 взрослая. Он уже готов к вакцинации. Вот такой замечательный мальчик. У нас дома весело. Иди-ка сюда. Кудряшек. Ну-ка. Ну, я вообще-то Кудряшек и снимаю. Кушает он сухой корм. В данный момент мы Роял Канин кушаем для щенков. И недавно заказали Фармина Чибау. Тоже, кстати, хороший корм. Там на упаковке хаски нарисовано. В общем, нам он тоже очень понравился. Чибау Лайт называется. Для щенков крупных пород. Ну, вот у нас, конечно, щенки не совсем крупных пород, но корм они прекрасно жуют этот. Стул у них оформленный. Все у них хорошо от этого корма. Ну и они, в общем-то, все такие у нас пузатенькие, все упитанные собачки. Значит, Кудряшек, конечно же, он пристраивается в свой дом, в большой двор, где есть теплая будка, потому что в квартире, наверное, ему будет жарко. У него очень хорошая шерсть, такая прям, ну, такая вот лохматая, длинная шерсть у него. Вот, и он такой, у него подшерсток хороший, он толстенький, упитанный, у него жировая прослойка хорошая. Ну, такая собачка, в общем, как раз-таки для зимних сибирских условий. Поэтому во дворе он смело сможет жить. Он очень контактный. Вот он так на собачках лежит. Чем ты его за нос кусаешь, а? Такой спокойный достаточно парень, но когда надо, он, конечно, может и погавкать. Это сейчас вот просто они поели. Он такой довольный, да, Кудряшек мой, Кудряшек, такой вот он. Ты зачем мне тут, ты смотри-ка, что ты творишь, а? А вот это у нас Пятнашек, вот он на меня нападает. Пятнашек, кстати, меньше, чем Кудряшек, в несколько раз, по-моему, вот. Чуть-чуть поменьше он. В общем, Кудряшека мы привозим сами. Отдаем его в свой дом. Конечно же, в квартире жарко будет. Поэтому присмотритесь. Не хотелось бы, конечно, слишком далеко от Новосибирска отдавать, потому что хочется все-таки иногда следить за его судьбой. Да не лезьте вы к нему. Ну, парень отдыхать сел, а вы к нему лезете играть. Хотелось бы получать фотографии одного владельца Кудряшка. Хотелось бы, чтобы мальчик хорошо кушал, потому что у нас он очень хорошо кушает, очень упитанный. То есть не хотелось бы его отдавать там на картофельные очистки. Все щенки вот у нас на видео еще дом. Такой вот есть черный карапуз. Вот она, эта девочка у нас. Так, такие вот. И Кудряшек. Вот он. Карапузик. Козья такой карапузик, да. Такой хвостик у него с белой кисточкой. На самом деле, вот я домой сейчас принесла, ему жарко. Жарко. О, такая шерсть богатая. Вот это. Привет. И ты тоже тут. А? Ты тоже тут. Это у нас девочка Ария.
тоже такой топотун. Тоже ищет дом. Вот она тоже. У нас две прививочки уже имеются. Вот и у Кудряшика две прививочки. Ну, Кудряшек, породишься хоть немножко? Ну, давай я посмотрю, как ты ходишь. И мы покажем, как ты ходишь. Вот, вот, ой. Ну, что ты испугался, что ли? Ты что? Кудряшек мой, Кудряшек. Вот так-то лапку поставила. Ты маленький, маленькая моя козюля. Ой, жарко, скажи, жарко мне, жарко. Кудряшка, Кудряшка, жарко, жарко. Такой вот он маленький. Квадратный щенок просто, реально. Такой квадратный, здоровый такой. Но он точно будет невысокий. Но такой будет он плотненький довольно, мальчонка. Да. Боже, мне вообще очень жарко. Он у нас просто живет в вольере, в будочке. А сейчас его занесли в тепло, ему все жарко. Ты мой хвалёсий. Да, козьяйся дом. В общем, присмотритесь. Кто вот вам подойдет? У нас на самом деле... Пятнаш едет домой. Ну, правда, в квартиру. Ну, вот. У них Джек Рассел Терьер. Вот я не знаю, как они, конечно, что они в квартире понаделают. Но я не думаю, что хорошая идея. Но испытательный срок людям дадим. Вот. По Саре у нас звонков, конечно, нету. Давайте покрывало поправим. Вы уже стянули его. Все уже запачкали. Тут мне все стянули. Вот такие ребятишки. Сегодня у нас про Кудряшка мы рассказываем. Особо-то рассказывать нечего. Что? Щенка спасли в деревне. Жил в очень плохих условиях. Ел какие-то помои. Там картошка у него была какая-то. Чистки картофельные, какая-то фигня, лапша, в общем. Ну, конечно же, не хотелось бы он такую еду. Хотелось, чтобы он и корм кушал вкусно. Вообще, самая идеальная пища, это, конечно, в идеале, если собака будет на корме сидеть всю жизнь. Ну и получать вкусняшки в виде лакомых кусочков. Мяско, сырик, яички, все такое. Вот. Но корм, он сбалансированный, поэтому, конечно, если собака будет кушать корм, то все у него будет хорошо, и развиваться щенок будет правильно. И зубки вовремя поменяются. И все будет в порядке. То есть, как только начинаешь кормить кашами, там, непонятно с чем, то ну, не всегда мы можем в кашах уловить ту пропорцию микроэлементов, витаминов, белков, углеводов, которые нужны щенку. Вот. Также нужно понимать, что у них высокая кислотность у собак в кишечнике, поэтому в любом корме присутствует зола, зольность. То есть в кашу мы обычно золу не кладем, поэтому у некоторых животных из-за каши пищеварительное расстройство наступает в виде жидкого стула. Но это можно, конечно, корректировать смекты, также добавлять немножко золы в пищу. Вот, также вот как бы кислотность понижать, чтобы не было жидкого стула. Ну а если нет такой возможности, то лучше кормить, конечно, кормом. И проблем меньше, времени экономить, и собака здоровее на самом деле будет. Вот. Мы зимой, конечно, варим кашу, потому что у нас собаки содержатся в будках, и им, конечно, нужно теплое питание. Но я думаю, что они и корм жуют. Я думаю, что если, например, песик будет жить один, ну, конечно, также можно и кашу, и корм ему давать. Но вот летом у нас собаки только корм едят. А зимой, конечно, им тепленького хочется. Поэтому насчет питания, в общем, сами, конечно же, хозяева решат, чем кормить собаку. Мы не настаиваем, просто рекомендуем. И обязательно давать витамины с кальцием нужно. Это прям необходимость такая. Чтобы у щенка не было пищевого гиперпаратериоза, чтобы кальций усваивался. Также D3 идет в витаминках. Вот есть XL кальций, D3 для щенков. Очень хорошие витамины, мы их используем в данный момент собачкам. Ты смотри, что Пятнашек делает, а? Ну, стой. Пятнаш, ну что ты делаешь? Ну вот. Вот они.
А у нас кудряшек какой красивый, а? А у нас кудряшек-то красивый. Ну вот, если вы живете в Новосибирске, звоните, привезем вам пацаненка. Да, кудряшек? Вот он, лопатуська.